Всем привет, меня зовут Максим, я нападающий футбольного клуба «Спартак». Как настроение, Максим? Настроение отлично, чуть-чуть холодновато, правда. Но ничего, ничего страшного. Давай по игре пройдемся, что как получалось, не получалось. По игре начало чуть провалили, не забили пенальти, не реализовали. Что игрок сказал по этому поводу? Очень расстроились, конечно. Вот. Но потом собрались, начали атаковать, потихонечку нащупали свою игру. Ну и, собственно говоря, игра пришла к своему логическому завершению. То есть наша победа. И считаю, она была заслуженная. Как считаешь, это был счет 2-0, да, если не ошибаюсь? Да, 2-0 мы проигрывали, да. Мысли вообще были какие? Что вы думали? Да команда психовала, конечно, опять. Вот, зачем приехали, зачем туда-сюда. Вот. Ну ничего, собрались, говорю, давайте активнее, чуть-чуть интенсивнее. Ребята красавцы сегодня сплотились. Абсолютно. И наша команда, и команда соперников. Джентльменская была игра, я доволен очень. То есть все спокойно, все хорошо, выиграли? Все отлично, все спокойно. Чуть-чуть была, чуть-чуть не в отрепку, она была, как бы. Ну потом мы взяли все в свои руки, как бы. И игру привели к логическому завершению. С победой, удачи. Спасибо большое, всего доброго.